милостью Юпитера, Гай Октавиан Цезарь, законный сын Гая Юлия Цезаря, дает следующий обет. Он лично исполнит условия завещания его любимого отца относительно народа. Следующие 9 дней на марсовых полях все законные граждане и солдаты получат 300 сестерций из рук самого Октавиана Цезаря. Да будет известно, что сын Цезаря продал всю свою собственность, чтобы почтить желание отца. И пусть такое милосердие принесет ему милость богов. Что ты наделал? Проснись. Быстро проснись. Что это такое? Что? Деньги. Ты раздаешь простолюдинам деньги. Уже так поздно? Я проспал. А мне наплевать, что ты наделал. Я им пообещал. Прости, что не сказал раньше. Я знал, что ты будешь против. Я решил войти в общественную жизнь. И это показалось лучшим способом представиться народу. Это расценят как прямой вызов мне. Да, но я этого совсем не хочу. Предлагаю публично продемонстрировать единство, чтобы отнести подобные слухи. Публично продемонстрировать единство? Это логично, это на руку нам обоим. Пока ты консул, мое имя прибавит тебе веса. А когда твой срок истечет, и ты отойдешь от политики, как и обещал, я выступлю в качестве лидера партии Цезаря. Ясно. Тебе понадобится защита от врагов в Сенате. А я могу ее обеспечить. Кем, черт возьми, ты себя возомнил? Я законный наследник Цезаря. Нет, успокойся. У него нет денег, так что он не может их раздать. Это просто сказки. Деньги по закону мои. И мне удалось занять их под эти гарантии. Занять? Сколько ты занял? Не так много, в общем масштабе. Сколько? 3 миллиона сестерций. Норка Юноне! Ах ты глупый! Глупый мальчишка! Ты! Маленький засранец. Сраная шлюха. Извинись. Отстань от него. Извинись. Нет. Нет. Хватит. Маленький гад. Антоний! Stop it! Прекрати! Антоний, отстань! Leave him. Не надо, хватит! Посмотри на меня! Смотри на меня! Хватит! Хватит! Во имя Юноны! Да что с вами? Тебе повезло, что ты еще жив. Слышишь, мальчишка? Тебе повезло, что ты еще жив. Животное! Тебе не место во главе Рима. Дорогая мама, я пишу тебе прощальное письмо. Мне жаль, что ты так поступила. Надеюсь, со временем ты поймешь цену своей ошибки. Можешь не сомневаться, я полностью уверен в начале своей политической карьеры. Не волнуйся за мою безопасность. Я еду на юг, в кампанию, где буду жить у друга Агриппы, который там хорошо устроился. Твой сын, Октавиан.